Кремль призывает страны Запада не политизировать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил недоумение тем фактом, что происходящее увязывают с экономически целесообразным проектом, который реализуется в интересах как России, так и стран ЕС. Накануне целый ряд официальных лиц Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявили, что действия России могут повлиять на продолжение строительства и не исключили введение новых санкций. Тем не менее, многие европейские страны, в частности Австрия, призывают отделять экономику от политики и выступают за продолжение проекта. «Северный поток-2» — это для Австрии экономический проект, позитивный проект. «Мы уверены, что диверсификация – это всегда хорошо. У нас будут разные пути поставок энергоносителей в Европу». «Северный поток-2», однако, остановился задолго до происшествия с Навальным. В декабре прошлого года США наложили санкции на компании, участвовавшие в проекте, и строительство замерло при готовности более чем в 90%. В среду немецкие СМИ сообщили, что Берлин в обмен на снятие санкций предлагал вложить 1 миллиард евро в строительство терминалов по приему американского сжиженного газа.